Очень удобно, когда руководство Сбербанка смотрит интернет, потому что я, по крайней мере, в своих сюжетах про Сбербанк говорил, что Сбербанк организовался в 1991 году. Там 165 лет и не пахнет. Вот. Но сегодня, сейчас мне особо приятно показывать те предприятия, которым скоро исполнится 20 лет. Дело в том, что фирма «Два колеса» была первой, которая занималась продажей автомобильной резины. Представляете, 90-е годы, лихие времена. Не было ни «Автограда», ни «Шин-Инвест», вообще ничего не было. Это сейчас всякие профили там и вышеперечисленные структуры. В свое время было такое, что было выгодно заниматься автомобильной резиной БУ. Но сейчас нет. Потому что, во-первых, на территории Российской Федерации большое количество высококлассных заводов, которые производят эту резину. Во-вторых, ну, это все-таки не совсем безопасно ездить на БУ. Тем более, непонятно что вы покупаете. То есть «Два колеса» не продает автомобильную резину БУ. Запомните, не продает, даже не езжайте. Здесь ее не найдете. Здесь есть недорогая, качественная, новая автомобильная резина. Для обыкновенного покупателя. Ну, а куда ехать? Естественно, это химчистка. Ну, Московская 5. Коммерческое телевидение должно служить людям. И это главный принцип моей работы и любви, и ненависти горожан. Да, я продвигаю буквально все. Но ориентируясь только на вас, мои дорогие зрители, вы должны знать, где дешевле, и делать правильные выводы. И тогда денег, извините, счастья у нас станет больше. Потому что эти понятия в нашем обществе взаимосвязаны. И внимание на экран. Я специально акцентирую ваше внимание на ценах в шинном центре «Два колеса». Они доступны. Да, нет огромного ассортимента. Да он по сути-то и не нужен. Здесь не пудрят мозги и не затирают глаза. Зато здесь есть все, на все автомобили, и большие, и маленькие. Специально повторяю, в магазине «Два колеса» БУ резины нету. Вообще на территорию Российской Федерации ввоз бэушной резины запрещен. Это для самых тупых. Если вы ищете резину БУ, ну есть у нас такие еще места, но это не «Два колеса», это не «Московская 5». Просто люди привозят машины с Японии, потом их разувают. Так вот, напомним, разница между резиной БУ и резиной новой не такая уж большая, максимум там, ну, 200 рублей. То есть новая резина. Здесь в «Два колеса» на 13 стартует от 1500 рублей. То есть 6000 получается 4 колеса, то есть полностью переводимся. Но даже если это что-то подороже, то максимально дорогие цены – это, ну, Якогама. Вот. Резина на 14 стартует от 1700 рублей. Резина на 15 стартует от… А вот, нашел ее. 2700. На 16 – 3000 рублей. То есть в «Два колеса» нормальные цены. Особенно здесь любят тех, кто головой соображает и готов в конце сезона зимнего подумать о следующем зимнем сезоне, который наступит, ну, всего лишь через 5-7 месяцев. И для этого здесь есть настоящие реальные цены и скидки. То есть джиповская резина Nokian 4500 рублей. По размеру 235 на 75 на 16. Конечно, сезон. И, конечно, это лакомое время для чумазых мастаков разнести обод вашего колеса в хлам и поцарапать новый диск древнейшим станком. И вы попадаете. В «Два колеса» не такой подход. Конечно, в мечтах прибить конкурентов мелкотравчатых. Но прибивать надо знаниями. А знания таковы. Большинство престижных автомобилей, авторитетных владельцев, людей, умеющих считать и тратить деньги с умом, обслуживается здесь. Вам еще что-то объяснять нужно? И особенно здесь селективный отбор к персоналу и к оборудованию. Да, в Магнитогорске шиномонтажки на каждом углу. Но количество специалистов мизерно мало. Количество тех, кто умеет делать в том числе и боковые пробои, нарезать новую резину, ремонтировать все автомобильные колеса, где вы их найдете? Только здесь. Ну, может быть, еще 2-3 места. Поэтому, если вам надо отремонтироваться качественно, переобуться со 100% гарантией, надо ехать к тем, кто этим занимается уже второй десяток лет. И одно из лучших
подразделений, это фирма «Два колеса», «Московская 5».